Всем привет, я Скиф, это Don't Starve Together, продолжаем играть с бескомпромиссным модом, я тут занимаюсь тем, что собираю деревья, и нам еще надо в червоточину прыгнуть, кстати, где она тут была, дерева тут довольно много, нам его все нужно собрать. Что это? А, саксофон. Ну, саксофон не очень-то нужен. Так, где червоточинка? Давай ей сразу внешний вид придадим, почему бы и не такой. И чекнем, куда же она ведет. Я, конечно, сейчас рассудок потрачу, но а что поделать. О, с этой стороны она тоже сразу превратилась. А-а-а. То есть серьезно, да? По факту я назад вернулся. Так, рассудок подпросевший, что поделать. Давай еще раз назад. И еще тут надо добить энтов. Где-то тут они с краю засели. Один, по крайней мере, был уже немножечко пошатанный медведем. Ну, а второго, возможно, как-то так придется своими силами ушатывать. Благо, есть шип-щупальцы. Один энт, вот он, зараза. Так, тихо, ты на меня сагрился? Вроде нет. Так, стопэ. Ага, ты мне делаешь стопэ. Я понял. Тогда надо просто вытанку... Оу. Воу! Воу! Просто вытанковывать не получится. Чё-то он какой-то суровый. Да тихо-тихо-тихо-тихо, не кипишуй. Души! Хм. Про души я, конечно, забыл. Впрочем, ничего нового. Рассудка нет, но тут вот грибы валяются, которые Миша выкорчевал. За счет них мы сейчас себе попытаемся вернуть рассудок. А еще есть цветочки, которые можно смело пособирать, тоже как-то вернуть рассудок. Черт, за душами, конечно, надо следить, как бы мало душ плохо, много душ тоже не очень-то. А второй энд тоже раздамаженный, надо с ним воевать. Так, все это у нас меняется. Зараза. Он сейчас втащит. И пару раз. Бежать! Все, он вроде бы использовал свою чудо-атаку и потом ее не спамит. Это радует. А плюс-минус 3 удара я могу комфортно относительно наносить. Ну все, давай. Ёб твою мать! Нет. Все нормально. как я люблю наступать на одни и те же грабли-то. Ладно, зато как бы живые бревна здесь, да? Все на месте, все есть. Давай дособираем обычных бревен. На плот нам по любасу хватает. Надо будет только пауков фармить. Что не очень-то и просто. Так, от осени осталось 12 дней, там зима не за горами. Конец относительно спокойного времени. Скоро уже подойдет к концу. Конец к концу подойдет. Неважно, что что-то не, какие-то не те аналогии. Конечно, куда без собак. Спешат уже на помощь. Проблема в том, что еще и ночью. Но благо есть ловушки, которые мы заранее тут сделали. Я разгружался, немножечко душ поел. Конечно, рассудок себе просадил. Но душ с избытком, поэтому окей. Я надеюсь, штуку 7 собак максимум придет. Хотя, возможно, зря я на это надеюсь. Что-то их много довольно. Так, алло, на ловушке будем наступать? Ну, кто-то наступил. О, плюс душа. Так, а кто-то будет умирать? Еще. Нам надо вашу популяцию резко сократить. Блин, у меня броня что-то пошатанная. Я только на это обратил внимание. Так, сдохните еще кто-нибудь. Ловушки китайские, алло. Я их не на Алиэкспрессе покупал. Там он еще две есть, я вижу. Должны сработать. Но это не точно. О, отлично. Так. Опа, до свидания. Опа, до свидания. 18. Давай поедим. Все, отлично. Но с ловушками, конечно, процесс пошел побыстрее. В плане отражения вражеских атак.
И наконец-то я выяснил, что здесь росло. Это тупо арбуз. Так, как тебя изучить-то, подожди. Хоп. Да, это арбузик. Кроме стартовой фазы, он любит очень воду. Весну и лето, да? Тут еще надо всякую хурму вот это все следить. Ну, удобрений, конечно, у меня тут высокое множество. Это сгнить успело. Ты что такое? Тоже сгнило. Нормально. Нормальный урожай, качественный. Так, еще один чаек можем организовать. А, хотя, скорее всего, и не можем. Так, а есть ли у меня что-то для этого самого чека? Нет, есть. Мед это. Все, отлично, хотя бы чаек. Гниль это у нас там лампочки откисли. А, для рассудка я еще могу грибочки пожарить. Ну ладно, пусть будет гниль. Гниль в какой-нибудь компост пустим. То есть на грядке тоже долго держать не получится. То, что тут выросло, оно банально гниет, что, в общем-то, закономерно. Душ довольно много. Так, давай сейчас чайком полакомимся. И надо, наверное, топать за пауками. Надо, во-первых, проверить, сколько у меня паутины. Но я помню, что, ну, как бы не особо много, мягко говоря. Так, грибочки есть. Что тут по паутинам? Ага, 4. Ну, такое. Плюс рассудок. Еще хп надо, кстати, да, восстановить. Так, из чего там инъекция делается-то? Я уже делал инъекцию, правильно? 8 гнили, жало и 2 селитры, вся селитра под землей. Ну ладно, пока инъекция подождет. Или не подождет, подожди. А, нет, тут жало только. Вот у нас тут есть улей. Довольно-таки большой. И тут есть что-то собаки откуда-то. Ага, это я их не убил. Блин, там сейчас еще электроразряд. Но я, конечно, очень вовремя сюда приволокс, получается. Замерзни. И у меня еще переизбыток душ. Ауч. О, съешьте собаку. Что мне делать? О, собаку изничтожили. Так, я даже душу подбирать не буду, потому что там еще пауков убивать. Каким-то образом я тут уже ловушки расставил. Да, мы тебя загнобим. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Пауков просто так-то не ушатать. Давайте в ловушке ловитесь, мы вас будем потихонечку выманивать и убивать. Параллельно тут можно побегать, пособирать всякие ресурсы. Опа, здрасте. Сам пришел, да? И паутинку принес. Какой молодец. Самостоятельный, сильно выливая личность паучачья. О, еще с паутинкой пришел. Да серьезно, нифига себе вы даете. Так, единственное, что нам придется души выкидывать. Еще паутина. Так, давай. Агритесь на меня, сейчас стемнеет. И это проблема. Так, этот беспаутинный какой-то, неправильный паук. Еще паутина, что-то прям фарм паутины пошел, да, внезапно. Еще паутина. Ой-ой-ой, переизбыток душ. А, стоит ли рисковать дальше? Типа, вроде бы хватает пока что паутин, да и время идет. Поэтому погнали, наверное, строить корабль. Само собой, прежде всего, открываем подарок, смотрим, вдруг тут что-нибудь годное подвезли. Ну да. Наивно, наивно было полагать. Такс. Что нам тут? Давай, дьявольский скинчик. Мореходский. Ну, как-то так. Не очень, конечно, мореходский, но очень дьявольский. И что нам там в первую очередь понадобится? Ну и в первую, и во вторую, и в третью, на самом деле, нам понадобится много досок. Поэтому давай, наверное, пару стаков мы чисто на доски пустим. Это прям нужно сделать. Где-то надо поставить... как его там? Think Tank? Банк мыслей. Или как его тут перевели? Так, давай, 14... 15-16. Ну, это чисто так, для разминки. Дальше берем паутину. Там на паруса. Бак мыслей. Ну да. Куда-то у нас... Где ты будешь мыслить? Давай пока, наверное, с этого края где-нибудь. Чтоб
особо нам не мешался, под ругами не был. Так, набор для лодки. Что лодку мы сейчас пойдем там ставить все-таки? А, что там для паруса надо? Три веревки, да? Три веревки не проблема, это все тоже есть. Плавать мы, наверное, зимой, я думаю, будем. Типа осень тратить на плавание, это, наверное, не самая лучшая мысль в целом. Это уже практически минус все доски. Так. Есть контакт. Дальше нам надо сделать набор для штурвала, конечно же. Нам надо якорный набор. Это еще три веревки, блин. Походу, надо идти траву, короче, фармить. Я понял тебя, игра. И что-то с камнем тоже какие-то проблемы. Камня не так, чтоб много. А еще жестяная коробка для рыбалки, если я вдруг рыбалкой займусь внезапно, да? А такое может быть. Камень, короче, и трава. То, что прям нужно. Погнал, короче, фармить. Бегаю я, фармлю, значит, а тут ходит куст. О, селитра, кстати. Селитра это хорошо. Куст это плохо, умри, куст. Что-то какая-то странная у тебя тактика. Если ты собрался сдохнуть, то самая подходящая, конечно, тактика. Он что-то вообще не атаковал. Да, селитра офигенная. Я смогу наконец-то себе еще один шприц сделать и подвосстановить хп. По дороге там, конечно, травы немножечко подсобрал. В общем-то, основные комплектующие для лодки мы организовали. Там бы еще холодос поставить, вот это все сделать, да? А для холодоса надо поубивать механизмы. И механизмы тут рядом как бы тоже есть. Кстати, может сделать золотую кирку. Потому что долбаться обычной киркой не очень продуктивно. Но драться с ними я, конечно, буду с утра. Там еще, по-моему, слон есть. Или пару коней, я уже не помню, кто тут есть, кто-то есть. Будем, короче, разборки чинить на чистую голову с утреца. Пока что же ночь будет. Блин, шахтерская каска практически разрядилась. Но мне надо тут камня подфармить. Ну и ночь короткая. Осень. Поэтому пока хватит этого заряда. Ну а лампочку, конечно, надо будет позаботиться. Опа! Плюс туман. Какая-нибудь срань произойдет. Кстати, по первости, как только туман добавили, гораздо чаще происходила всякая шняга. Блин, кошмары высадили. А у меня брони нет. Черт, теневой конь. Ты чё, прикалываешься? Игра! Какой нафиг теневой конь? Мне что, с ним теперь драться, что ли? Судя по всему, да. У меня нательной брони нет, только на голову, и то тут 11%, как бы зашибись. Такой подставы я не особо-то ожидал. За что, игра? Ладно, бегаем, чё, ждем утра. Утро-то не за горами. Может, ты пропадешь поутру? Как тебе план? О. Я надеюсь, ты пропал. Что, драться с тобой что-то как-то не очень хочется. Ну, зато с кем точно придется подраться. Так это с конями ради шестеренок. Ну, хотя бы с конем. Ну да, там и ладья есть. Так, коняшка, иди сюда. Чтоб нас тут не спалили раньше времени. Нет, нас спалили. Так, может, ты его переедешь? О, отлично. Изи фарм. А вот и две шестеренки. Легко и просто. Можно валить на базу. Пришло время сделать еще одну восстановительную инъекцию. Так, гниль на месте, все на месте. Я надеюсь, хотя бы уже на фул восстановится, нет? Лечим. Так, душеньку. Все, отлично. Ну, 120 хп, то там еще немножечко хп потом добьем. Ладно, гниль традиционно закидываем пока сюда. На огороде у меня в основном, короче, только чай растет. По-моему, меня это даже и устраивает. Что-то сложнее тут выращивать как-то не очень хочется. Для лодки, да? Сама лодка. Так, штурвал-то я не сделал, получается, да? Это на мачту. Хм. Нам в идеале бы две тогда надо делать. Выходит-то. Так, коробка для рыбы точно потребуется. Набор для штурвала, да. Здесь нужна веревка.
Набора для штурвала у нас не было. Ох, короче, надо пойти ставить на воду, я думаю, эту всю историю, и там уже прикидывать, что к чему. В любом случае, еще каменный блок. Три веревки. И рыбу, скорее всего, придется ловить в дороге. Ну, есть подозрение, потому что хавать мы будем хотеть на постоянной основе. А с рыб мы еще и души будем фармить так-то. Давайте-ка это все на воду спихнем. То есть тебя в первую очередь. Потом тебя надо пришвартовать. Пока нафиг не сдуло. Опускаем якорь. Как-то это все надо грамотно размещать. Жестяная банка. Где-нибудь сбоку. Чтобы не мешало, да? Руль ну, тут же рядом я, наверное, поставлю. Типа стоять, чтобы рулить комфортным образом. Сама мачта пойдет сюда. И тут я, наверное, громотвод бахну. Тогда подсветка у нас получается ни к чему. Да я и подсветки что-то я как-то не подумал. Я же ей пользоваться-то особо не буду. У нас для этих целей будет кострище. Подсвечивать вроде как, да? Плюс мы можем разместить здесь холодосик. Давай вот такой миниатюрный, аккуратненький поставим. Чтоб он визуально, по крайней мере, место не тырил все на себя. И тут еще достаточно много места под всякие вещи остается, да? В любом случае, тут еще сундуки нужны. В целом-то можно выплывать, но у нас еще 9 дней от осени есть. И это время надо провести с пользой в идеале. Вот здесь, кстати, прикольно озеро, где можно было бы выращивать те же водоросли, да? Сюда еще пару плотов воткнуть и с них как-то собирать все это дело. По идее, должно быть относительно удобно, я думаю. Так, тут ягода наросла. Надо бы ревизию еще в холодильнике произвести. Что у нас тут? Ну, в принципе, ягоду можно, да, взять, использовать. А, еще мясо, кстати. Монстр Мит просто так прохлаждается. Давай его вывесим. Так, ягодку соберем. Плохо, что нет заверток, да? У нас же сейчас не Новый год, и временных заверток наделать не получится, да? По идее, какой есть план? С паучихой хочется подраться, но фиг знает, да? Я боюсь от нее просто отлететь. С другой стороны, если что, я могу телепортироваться. Ну, в теории, по крайней мере. Как оно там на практике получится, непонятно. О, вот это ловко вышло. Вот этого я сам не ожидал, что я ее подбить смогу. Ягода пускай еще растет. Ягода в любом случае нужна. Мясо какое-то мы тоже можем использовать в дело, да? Плюс еще много душ. Ну, души можно экономить. Типа нет необходимости их тратить пока что. Просто сделаем тефтельки банальнейшие. Эй! А где? Типа ночь, не? Ну, в смысле, туман. Я думал, это рука крадется, только еще подумал, что... А где шум какой-нибудь? А это гопники. Тихо-тихо-тихо. Давайте вы утром пропадете. Что за срань происходит? Что за ночные подставы? Сплошь и рядом. Так, Вилсоны пошли в жопу. Чего вам от меня надо? Блин, за лампочками надо топать. Да, они пропадают. А это круто. Спустился под землю за лампочками. Надо тут еще пошурстить по сундукам. Может, я еще чего-нибудь не доглядел, не досмотрел. Так, заряжаем, заряжаем. Отлично. С собой еще немножечко лампочек взять. Зимой сюда я не планирую бегать. Я еще думал, вот с этих камней я смогу нафармить себе камня, как бы. А камушки вот этого муральва не занерфлены в кашу. С них ни черта особо не падает. То есть там с очень небольшим таким шансом, по крайней мере мне с очень небольшим шансом падало. Так, давай чуть-чуть, буквально, самую малость лампочек на будущее нам, да? Грибы я тут, наверное, фармить не буду. Рассудок мы плюс-минус можем восстановить. Едой у нас в кои-то веки, наконец-то, особых проблем нет. Тут в холодосе ничего не забыто, тут гниль есть, да? Селитра, тулицит, заячьи жопки, да, хвостики. Ну, хвостики заберем. Возможно, мы что-то придумаем на поверхности, сообразим, сделаем, да и гниль заберем. Что-то с огородом явно не так. Какая-то хурма тут растет. Ладно, пофиг. Не то чтобы я на него рассчитывал, у нас и так пока что все неплохо в плане еды. Так, гниль, конечно же, в холодильнике хранится. Хвосты, наверное, куда-нибудь сюда закинем, куда тут влезет. Там еще топливо ужаса так-то есть. Хм. Так, дерево.
Дерева много. Благодаря Мишке удалось нафармить. Так, есть такие камни. Такие камни. Нутис. Теневой манипулятор можем себе позволить. Изи. Вообще без проблем можем позволить. Надо один аметист сделать. Что, в принципе-то, тоже не, ну, не сложно. Камушки драгоценные, наверное, сюда дропаем. Блин, тут вообще бы надо навести, конечно, порядок во всем этом. Было бы временно его наводить. И топливо ужаса в другом, да? Где это вообще в целом? Вот оно. Да? Теневой манипулятор. Давай, с этого края будь. Шляпу с них можно будет и снести. Отлично. Теперь у нас есть продвинутая магия. А на этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.